казалось бы, все только встало на свои места, как вдруг... Здравствуйте, мама. Свои приоритеты. Запреты, ограничения, проверки и никакого доверия. Будем сейчас откровенны. Мы никогда не искали дружбы, хотя моя хозяйка — жена твоего единственного Филио. Это ваши отношения, но это наша любимая еда. Белакт одобрено? Нет. Утверждено прирожденными дегустаторами. Творог Белакт? Мой любимый.